Приветики, друзья! Все вы знаете, что мы сильно влоги не ведем. Мы просто показываем нашу семью, когда у нас что-нибудь интересненькое происходит. А так мы живем обычной, средней, серой, можно сказать, жизнью. Ничего у нас интересного не происходит. А показывать, как мы кушаем, как мы готовим, интереса сильно не вызывает. Поэтому иногда показываю такие фрагменты, когда у нас в жизни что-то происходит. Сегодня у нас был клоузинг. Наша дочь купила себе домик небольшой, вот, но в центре. Правда, он такой еще старенький, надо ремонт делать. И вот сегодня прошел у нас такой клоузинг, называется. Это когда сделка происходит, и тебе уже дают ключи к дому, и ты уже полный владелец считаешься этого дома. Район у нас Сент-Пол, это столица нашей Миннесоты. Домики здесь старенькие, потому что город очень старенький. Но зато все очень близко. Все магазины, поликлиники, больницы, что еще там. Есть, в общем, все, что надо в этом городке есть. Вот это я снимаю район ее. Вот церквушка большая стоит. Вот у нас очень много церквей в Америке. Чуть ли не в каждом квартале своя церковь. И вот такой спокойный райончик она выбрала. Сейчас скоро мы уже подъедем к домику и будем смотреть первый день, как мы туда зашли. Вот. Потом будем делать ремонт, и она будет туда заселяться. Такая у нас новость. Вот этот серо-белый домик. Вот. Будем сейчас мы его смотреть. Машину мы чуть-чуть дальше поставили, потому что там другая машина чуть-чуть мешала. Вот такой вот домик. Еще весь пустой. Но когда пустой, будет делать легко ремонт. Потому что цвет стен ей не очень понравились. Но это мелочи жизни. Такие комнатушечки. Кухонка. Не сильно большая, но для одного человека вполне достаточно. У нее семьи пока еще нету. И неизвестно, когда будет, даже не планируется в планах. А для одной вполне достаточно. Место ей будет. В дом можно зайти с трех сторон. Есть вход в дом. Ванна. Комнатка как мастерская, я думаю, можно будет использовать ее. Лестница наверх. Это верхний этаж. Тут три комнаты, три спальни на верхнем этаже.
будем перекрашивать все в светлый. Верхний этаж, 3 спальни и 1 комната. Ну, можно под офис, можно под мастерскую. Ну, что-нибудь потом придумаю. Такой вид сверху. Во двор. Участочек маленький, но они сильно не занимаются ничем. И 3-я спальня. Сейчас мы пойдем вниз. Это стиральная комната. Здесь смягчитель воды стоит, очищает. Он фильтр и смягчитель в одном. Это дополнительный туалет. Ну, это как бы подвальное помещение. Хранить все, что не нужно наверху. Тут видно, какой-то мастер рукодел жил. Тут пока смотрится мастерская. Тоже. Шкафы. Холодильник, наверное, для пива. Был. Причинала. Пока-пока!